если бы мы ехали в Канутоп, к примеру, все равно нельзя быть уверенным, слишком самоуверенным. Всегда есть какие-то небольшие сомнения. Но, конечно, мы, учитывая, что предыдущий Euro мы проиграли, ехали в Мариуполь побороться за победу. Атаки и быстрые позиционные имели логическое завершение. И мы все-таки забили 4 важных мяча. Прежде всего, это ошибка моя, потому что действительно я не угадал составом, не угадал со схемой на игру, со стратегией на игру. Сейчас понимаем, что надо было сыграть так же самое в 3 центральных защитника, сыграть строго от обороны, но быстрый, опять говорим, что быстрый гол и молодость наших футболистов сказывается. Да, нет у нас сейчас равноценной ротации, естественно, чудес не бывает. Но это поражение я беру на себя. Мы пока к Еврокубкам, или, скажем так, к игре на 2 фронта мы не готовы. Сказалось, естественно, и длинная дорога, и игра в Швеции. Но еще раз повторю, это поражение, это мое поражение, я его беру на себя. Времени, честно говоря, нету, потому что мы уже во вторник выезжаем на автобусе в Одессу, опять 9 часов в автобусе. Будем думать, как готовиться. Естественно, сейчас надо собрать все в кулак, как говорится, саккумулировать, постараться восстановиться после такого сегодняшнего удара. Это непросто, но мы постараемся это сделать. Я уверен, что у нас команда с характером, и мы выйдем из этой ситуации с высоко поднятой головой.